Здравствуйте, с вами Game Channel Алекс, и мы продолжаем играть в Ultimate Team. С новым составом. Ну, мы начинаем играть не с 10-го дивизиона, а с 9-го дивизиона. Просто я копил силы, собирался с духом и учился играть в 15-ю. Ну, собственно, наш состав. Ворота, Харт. Лучший английский голкипер. И два пейсовых центральных защитника. Сантана и Аноха. На правый фланг у нас идет Нотон. Потом в перспективе может быть Волкер. Левый защитник. Ого! Это прям гибрид-гибридный, вы увидите сейчас. Да, это будет супер гибрид. Далее. Налево Дракслер. И здесь Максимилиан. Майер. Вот, видите, какой гибрид. Следующий игрок испанец. Это Беньят. Нападающий. Это Родриго. Убийца Морено. И под нападающим у нас играет также тоже нападающий, тоже испанец, Перейра. И справа не Бейл. Пашнет, да. Бейл, это, конечно, перебор немножко. Справа у нас играет игрок из Атлетика Бильбао. Сусаэта. Он тут должен был Деулафео, но я просто зажал. За 800 монет купил. За 800 монет купил. В общем, вот наш составчик. И что ж, я считаю, что он очень хорош. И очень мы гибридный. Очень гибридный состав. Шальки плюс англичане плюс испанцы. Ну, я понимаю, что он не очень гибридный, просто он нереально тащит. Давайте. И мы начинаем играть дивы. Я еще не играл ни одного матча. В 9-м дивизионе у меня выигран титул предыдущего дивизиона, то есть 10-го. Ищем соперника. И вот наш соперник Галиатус Манта Италиен. С очень странной эмблемой. Поехали! И смотрим на его состав, и это 71-100 сыгранность, и что ж, Манта ФК, хороший состав, Ди Наталья, Лука Тони. Бюджетная Италия. Да, ну, конечно, защита средненькая, ну, а так, в принципе, нормальный состав, ну, бюджетненький, ну, только три ПЗшника в основе. Ну, нормально. Ладно. Погнали, пацаны. Агбона. Агбона потеря. И перехват! И накаточка, удар! Забивание 1-0! Родриго Морено. Первым ударом не смог закончить атаку, и вторым ударом забивает счет 1-0. Тони. Тони разворачивается, большой, великий, ужасный Тони. Пас на Ди Наталья, который... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, опасно! Харт! Или Инсини промазал. Инсини промазал, да, нет, я просто подумал, что... Ну, Харт, все равно, даже когда игрок промазывает, это все равно польза от вратаря, потому что вратарь... Смотил. Ну, все равно, понимаешь, если бы вратаря не было, он бы просто катнул бы в пустые ворота спокойненько. Ой, Начерина, пасик. Ди Наталья. Ой, как просто, Тони выбежал 1-1. Ту Харт. Джой Харт. Второй опасный момент у моих ворот. Ну, собственно говоря... Парень, ты не так уж и прост. Да-да-да. Подача! И... Нет. Нет. Родриго хоть и подскользнулся, но выбегает 1-1, Родриго. Удар! Ой! Ну, не по игре немножко, на самом деле не по игре. Чувак как бы... Даже ну, несмотря на не то, что... Не то, что чувак должен был забить, но у него моменты были неплохие. Родриго Морено и Перейра, и там Перейра сейчас должен выкладывать. Был Родриго... О, выложил-то как! Удар! 3-0, Морено, ну, хэт-трик! Он сейчас ливнет, наверное, мне кажется. Сейчас Перейра... Удар! И это Родриго 1-1 побежал. Агбон его не догонит, потому что Агбон, ну тоже у него пейс есть, но он не самый быстрый. 4-0, Родриго покер ходит. Слишком уж просто. Да. А советуем вам покупать пейсовых защитников, которые будут держать таких, как Родриго. Счет 4-0, только и соперник ливает. Набираем 3 очка, и что, ну 6 очков нам нужно, всего лишь одна победа, чтобы удержать. Есть у нас соперник, Скай. Ак 12, Скай. Ну короче, у него все там в ПК Скай, Скай, небо короче. И форма небесная. И схема. 3. Бело-синее. Так, сыгранность у чувака не очень, рейтинг нормальный. Так, ну это вообще мы должны наизи. И это гол! 1-0! Макс Мейер вроде бы, не знаю кто это. Один. Макс Мейер вроде. И это да, Макс Мейер. Ну чувак, 1-0 это еще не победа. О, это красная, выгоняй нафиг с поля, выгоняй. Да, правильно. Красная карточка, до свидания. Дракслер. Нормально в аут ушел финтом Зидана.
2-0 могло бы быть. Ну, справа есть Родриго. Ну, блин, Дракслер всех навозил, дал пас, Родриго не попал. Ох, вратарь, что ли? Да, вратарь, походу, коснулся на такой удар. Зачем? Мимо летел. Все, Перейра, до свидания. Ну, еще вообще-то надо забить. Перейра! Да! Да, я забил. Ну, вот. Ну, вот, чувак, да, поторопился. Пасик гол 2-0 должно было. Ну, ё-моё, ну, Родриго, ну ты забьешь, пожалуйста. Стоп, почему бы не ударить? Да, биньят. У него 90. Ударище! Я сам от тебя офигел. Перейра 2-0. Отличный гол, да, тут были некоторые технические заминки, извиняюсь. Ну сейчас повторе посмотрим, ладно, понервируем чувака. Извинишь, парень, посмотрим повторчик. Ну как... реально, техническая заминка была. Вот тут Перейра, ну просто шел и ударил. Да без ускорения даже. Дракслер ищи. Дракслер, ну давай, кот. на финтах. Оба! Надо Клеменса, может, купить. Оба! Оба! 3-0, Дракслер! Всё, ливай. Ну. Да, 1-10, а 0 удар. Хорош, как божил. Ох, как великолепно! Перейра, пас, биньят! Удар! Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я тоже хотел такие финты научиться делать. Обладай, не бить. Побил с финтов, наконец-то! А, какие 2-0, 4-0. Наконец-то у меня получилось с финтов забить. 59-я, 60-я минута, точнее, 4-0. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как Родриго! И это должно быть было 5-0, если бы ты не успел, автогол. Ага. Оба! Оба! А, еще одна. Две красных. Ну, Родриго один на один выходил. Анхель. Дракслер. Ой, Дракслер! Ну, это уже... 6-0, Дракслер. Родриго, 7-0. Не-не-не, давайте только не пропустим. Ауга немножко привез. Удар. Ну, ё-моё, ну почему нельзя было сухую? Все. Конец матча. Великолепный геймчин Алекс содерживает 2 победы. Ну, в принципе, там были, конечно, у нас небольшие отскоки, чувак, как бы, были моменты у него. В мечтах. В мечтах. И мы уже, как минимум, не вылетаем. Да. Ну что ж, всем спасибо за то, что вы смотрите наш Ultimate Team. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на группу. Ссылочка в описании. Пока.